Друзья, вот сейчас вы все так же на работе, как и я. Я предлагаю сделать техники, которые помогут вам поднять энергию, повысить тонус и прожить вторую половину дня так же активно, как и первую. Во-первых, отодвиньте стол от себя. Снимите пиджак. Снимите вашу водолазку, свитер. И первое, что мы сделаем, это расстегнем наши рукава, немножко закатаем их, расстегнем верхнюю пуговицу, можно даже 2-3, и начнем работать для того, чтобы раскрыть грудную клетку, чтобы добавить кислорода, чтобы убрать гипоксию, убрать головные боли. И смотрите, это первое упражнение для вас, дорогие офисные работники. Сначала сделаем выдох. Но выдох делаем так, чтобы у вас подбородок пошел к грудной клетке. Вся спина превратилась в колесо. И затем делаем хороший, мощный, медленный вдох. И стискиваем зубы так, чтобы захрустело все. Руки на уровне плеч, локти отведены. Если хотите выше, можно пальцы в стороны. Выдох. Девять раз. Это первое упражнение. Второе упражнение. Возьмите что-нибудь, чтобы стену не повредить, отодвиньте подальше стол и войдите в так называемую позу собаки мордой вниз. Можно прямо с туфлями. Даже можно голову положить. Просто потянуть всю спину, разогнуть ноги, сделать прогиб, если позволяет ваша гибкость, вот так потянуться, опустить, если вы снимете обувь, ногти на пол, раскрыться, снова уйти. Если этого недостаточно, то сядьте в позу ханасаны, вытяните руки на вашем столе и вот так, его толкая от себя, вот так вот растянитесь хорошо прямо, чтобы живот был между бедер, и вы потянулись вот таким образом, раскрылись, потянулись. Но, скорее всего, еще и третье упражнение. Вы убираете ту сторону. Если нужно, расстегните и верхнюю пуговицу, ремень, подойдите к стенке, руки на ширине плеч и сделайте вот такой прогиб. Встаньте на носочки, сделайте вот такой еще прогиб. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Еще для того, чтобы грудные наши чресла, легкие открылись, руку положите вот таким образом на стенку на высоте плеча, ноги на ширине таза и подкрывайте вот здесь, чтобы вот здесь прямо засвербило так, как будто вы отлежали локоть. Вот таким образом потянитесь. Здесь три положения ладони. Такое, вот это наиболее легкое, и вот это наиболее сложное. Ну и в конце, наверное, классная вещь для того, чтобы сделать самому себе омоложение и тракцию. Вот таким образом, сложно, руки на стенку, на высоте где-то ребер. И сделать вдох и
садимся опять за стол, подтягиваем к себе компьютер и с новой энергией продолжаем наш рабочий день. Сердцебиение чуть повысилось, энергии много, глаза горят, тонус повысился. Конечно же, делайте это только после того, как прошел хотя бы час после еды полтора, или это где-то в 11 за полтора, за час до еды, но не сразу перед едой и не сразу после трехдневного обеда. Хорошего дня, дорогие бизнесмены и офисные работники. Пока, подписывайтесь на мой канал.